России начали действовать новые правила для мигрантов. Нововведения затронут иностранцев и трудовых мигрантов, прибывших в Россию более чем на 90 суток. Ташкент, 29 декабря, Спутник. В России начали действовать новые правила для трудовых и долгосрочных мигрантов, передает РИА Новости. Иностранцев и трудовых мигрантов, прибывших в Россию более чем на 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ-наркотики и ряд инфекционных заболеваний на территории страны. Кроме того, иностранцев обязали фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев в течение 90 дней с момента въезда, если они собираются находиться в стране более чем 90 суток. Трудовым мигрантам важно пройти дактилоскопию в течение 30 дней или при получении документов на работу. Для этого им надо лично обратиться в территориальный орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. Отмечается, что документы о сдаче биометрии по возможности начнут выдавать в виде карты с чипом. На цифровом носителе будут записаны имя, дата рождения, пол, гражданство и данные паспорта, а также фото и изображение отпечатков пальцев. Трудовые патенты мигрантам тоже начнут выдавать в виде карт с электронным чипом с биометрическими данными. На лицевой стороне будут записаны личные данные, фото владельца, его имя, дата рождения, гражданство, номер паспорта и профессия, а на обратной – регион работы, место и дата выдачи патента. В чипе планируется разместить биометрические данные владельца, электронное изображение лица и отпечатков пальцев. К тому же все медицинские справки теперь им необходимо предоставить в МВД в течение 3 месяцев. Документы будут действительны в течение года, потом тесты нужно делать повторно.